26 марта 2018 года, 11 часов 42 минуты, бокс ММА. Профессионал и бывший чемпион мира по боксу Пали Малиньяджи прокомментировал ситуацию вокруг боя 5 мая чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадия Головкина и экс-чемпиона мексиканца Сауля Альвареса, сдавшего положительную допинг-пробу. Только тупой может верить, что Альварес не получил преимущества от допинга и что Сауль попался только сейчас. Если вы так думаете, то вам лучше даже не смотреть бокс, а переключиться на боулинг. Если нужен положительный допинг-тест, чтобы понять, что спортсмен обманывал, то вам лучше выбрать что-то другое для просмотра, а не спорт, сказал Малиньяджи News, источник, чемпионат, сообщить об ошибке, комментарий.